5 августа ежегодно отмечается Международный день светофора. Первое автоматическое устройство, предшественник современных светофоров, появилось в 1914 году. Оно имело красные и зеленые фонари, а при переключении света издавало звуковой сигнал. С течением времени мало что поменялось во внешнем облике этого важного аппарата, регулирующего транспортное движение. Не изменилась его главная задача, которая остается актуальной и сегодня. И водители, и пешеходы знают, главный на дороге он – светофор. А как вы думаете, сколько светофоров в Муроме? На территории округа Муром расположен 31 светофор. Пешеходных светофоров, регулируемых пешеходных светофоров на территории округа Муром 4 штуки. Остальные 27 у нас являются транспортными светофорами, которые расположены на перекрестках округа Муром. Соответственно, все светофорные объекты у нас, они как бы нового образца, все они светодиодные, все с обратным отсчетом. Управлением ЖКХ готовится документация по реконструкции 4 светофорных объектов, перевод их на отдельную фазу с выделенной для пешеходов. Реконструкция светофоров планируется на перекрестках Куйбышева-Московская, Октябрьская-Льва-Толстого, Октябрьская-Ленина и Ленина-Комсомольская.